По делу Рината Самудинова я хочу сделать официальное обращение, официальное заявление от имени компании «Атлант», от имени информационного портала «Мигрант Медиа», что Ринат Самудинов и его супруга никогда не были нашими клиентами. Мы не занимались подготовкой его кейса, отчетами правозащитных организаций, встречи в Мексике. Мы не сопровождали его до границы, не обеспечили ему безопасность. То есть все это он делал сам, в том числе и на той стороне. Почему вообще Ринат Самудинов оказался в поле зрения нашей компании? Дело в том, что когда его забрали на границе, когда он подал на убежище в прошлом году, сразу же после этого наши подписчики в Фейсбуке, как вы знаете, у нас уже больше 7500 человек, к нам обращались, писали нам письма, что вот смотрите, такие известные люди нашего города, Бишкека, Кыргызстана, как Ринат Самудинов, не прошел этот путь, что скоро его депортируют, что это не работающая программа, что подавать на убежище сейчас при Трампе нельзя, что все это ведет в никуда. Это были не просто письма, мы даже видели СМИ Бишкека, это были ссылки, которые нам бросали, что вот смотрите, вот сейчас вот мы ждем, его сейчас депортируют, у него будут проблемы. Это писали официальные СМИ. Это к вопросу о том, что можно ли верить СМИ в Кыргызстане и вообще по поводу иммиграции в США, ну, всегда все, что связано с иммиграцией, с Америкой, в Кыргызстане не сходит с первых полос газет. Вот, то есть это очень такой вот, ну, раскрученный известный бренд. Я имею в виду Америка и переезд в Америку, иммиграция в США. Итак, ребята, Ринат Самудинов на свободе. Его выпустили, он получил статус беженца в начале июля 2018 года. Мы взяли проверенную СМИ, проверенную ссылку из Кыргызстана. Мы сделали репост в нашей группе Facebook. Очень много лайков, очень много просмотров, очень много положительных комментариев. Также были отрицательные. Мы сразу же это убираем. Ребята, если вы занимаетесь троллингом, тролльте свои СМИ в вашей стране. В нашу группу не лезьте. Иначе мы просто ее закроем и будем делать тщательные ценз для входа в нашу группу. Итак, Ринат Самудинов на свободе. Вообще, знаю ли я Рината Самудинова по роду нашей деятельности, по роду деятельности информационного портала «Мигрант Медиа», как официального СМИ, мы взаимодействуем и общаемся с очень многими известными людьми из СНГ. Это политики, это журналисты, это юристы, это правозащитники. То есть это нормальная практика, и да, мы очень многих знаем, и с очень многими общаемся, обмениваемся, может быть, каким-то опытом, какой-то информацией, но в рамках исключительно нашего СМИ и нашей работы. Так, ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока.